Во время и после продажи токенов участники проекта Кэша обратили внимание, что на качественное выполнение чего-либо требуется много времени, особенно когда речь идет о соблюдении законодательства и государственном регулировании. Проект Кэша строго следует законодательству без каких-либо компромиссов, отметил в своем последнем письме сообществу генеральный директор и основатель Кэша Кумар Гаурав. Он также прокомментировал все этапы разработки проекта, включая дальнейшие планы относительно внедрения OTC-биржи и при каких условиях Кэш токен будет добавлен в листинг на других биржах. В частности, Кумар обратил внимание участников проекта, что Кэш токен уже торгуется на бирже HIT BTC, которая входит в десятку лидирующих криптобирж в мире, а две другие биржи добавят Кэш токен в ближайшие недели. Кумар напомнил, что проект Кэша и задумывался так, и теперь готов вовлечь в мир финансов миллиарды людей, страдающих сегодня от медленной, полной посредничества и коррумпированной банковской системы.